Приветствую. Если вы хотите сменить тариф, скачайте приложение «Мой Билайн Казахстан». Нажимаем «Мой номер». Дальше у нас нажимаем на тариф. Нажимаем «Сменить тарифный план». Вот здесь подробно можно ознакомиться с тарифным планом. Да. Да, есть на 23-й год, это я снимаю 3 августа, и вот все тарифы. Для других устройств есть. Нажимаете, например. Так, здесь можно, сколько гигабайт дают, ну, по всем тарифам можно. Звонки безлимит на все тарифы Билайн. 210 минут дает, цена 4990 тенге. В каждом тарифе есть один суперсила на выбор на один месяц. Например, я в этом месяце выбрал BTV. Это что такое BTV? Это бесплатный доступ к Мегаго, Иви, пример. Море ТВ, вижу, Кадакшай, BTV, да, в одном приложении, кстати, да, хорошо. И выгодно, кстати, да, хитро. Ну, я думаю, еще не зря я не подключил, хитро, да. Я же часто слушаю музыку, чем смотрю фильмы, да. Неважно, так, Simple, это плюс один кэшбэк при покупке в цифровой карте Simple. Возвращайте до 30 тысяч тенге, да. В каждой тарифе можно дать гигабайт, а менять минуту на гигабайт. Или, наоборот, можно подключить два номера, да. И здесь вопросы и ответы, да. То есть, за что я плачу, сколько я получаю, полезные команды, да. Насчет звонка за рубеж и так далее. Нажимаем подключить и все. Не забываем ставить лайк и подписаться.